Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Сейчас, Таня, я передам телефон, и да. Ну, вот где-то вот сюда, может, ты лицом где-то здесь и будешь, да, может, даже как-то. Снимаем. Нет сис, ребят, нет сис, я же модель, какие сиси, вы чё? И, по-моему, в перископе нельзя показывать. Можно. По-моему, нельзя. Я не ношу лифчики, это для съемки. Если так, на минуточку. Тридцать человек. Половина первого. Нет, не голая. Тань, давай я тебе передам перископ, а ты поснимай, как мы будем фоткать. Нет, голова как раз помыта, ребят, чуть. Так, давай, смотри, опять же, шторки, портреты снимаем, то есть где-то максимум по грудь, может ближе у меня выйти. Ближе к окну. Как-ну. Примерно то же самое, но только что делала на перископ, только тебе для меня. Давай, выкинь. Нос больше окно, да. Хотя же погрузить повторить. Давай, может, даже где-то ты что-то там. Не, не надо мне. Не хочешь, да? Ну тогда мне нужны руки выше. Либо руки это вообще что? Нигде, либо вообще руки нигде. Выше. Давай тогда. Здесь так фоткать? Где-то так, да. Давай. Еще можно ближе к окну. Ближе к окну. Еще ближе к окну. Еще ближе к окну. Чем ближе к окну, тем сильнее его свет. Можно так. Сегодня день нам помогает. Окей. Вот это хорошо. Раз делаем так, еще нос чуть-чуть окно. Хорошо. И груди ее куда-нибудь. Хорошо. Лево вставай. Чуть-чуть. Ладно, 42 человека, пока.
Пишите мне всякую фигню. Херь вообще, блин. Можно нормально что-то писать, ребят? Чего, блин, все такие интересные? Ладно, короче.